Мы находимся дома. На самоизоляции! Хе-хей! И сегодня мы расскажем вам, как заниматься уличными видами спорта дома. Смотрите! Ну что, первый вид спорта у нас гольф. Как же заниматься гольфом в домашних условиях? Кусочек травы. Да. Так, у нас нет газона, у нас вот такой коврик, который чем-то напоминает кусочек газона. Итак, в борьбу вступает супергольфист. Давай. Супертренер, а не супергольфист. Вау! Ну что, так нечестно. Потому что это не газон, это коврик какой-то. Хорошо, давай я сейчас сымитирую газон. Только не снимай, как я буду снимать штаны. Финишный удар. От этого зависит, победит эта девчуля или проиграет. Бьет Елена Борщева. Смотрим. Вот. Да! Она сделала. Теперь честно. Надеюсь, наши советы вам помогут. И вы будете знать, что в домашних условиях можно заняться чем-нибудь полезным. Не только поиграть в гольф, но и... Чем заняться? Демографическим взрывом! А следующий спорт у нас конный. Так. Так, налево, в спальню, налево. Надо же мне как-то отыграться.